тоже их повседневная одежда или это для бойцовских каких-то вариантов там? Ну, хакама, она не повседневная, конечно. Mm-hmm. Это для, ну, вот для это чьи? Мы сейчас заняли, да, скажем так. Mm-hmm. Есть и боевые искусства, и чайные церемонии. Все, кто делает традиционные искусства свои, свои работы, да, они всегда в традиционной одежде. Вот эта традиционная одежда для чего? Да. Ну, не для каллиграфии же это традиционная? Есть для каллиграфии. Для каллиграфии тоже есть. Да, хакама, вот эти, юбка, она всегда, она вот а юбка еще интересна. Это юбка или это брюки широкие? Это широкие брюки, да. Это широкие брюки. Брюки такие. Да. Федор, делайте, пожалуйста, как у женщины. И тоже надевается на голое тело, как у женщин. Там нижняя кимоно. А у вас нет? Есть, конечно. Ну, белая же. Белая есть. Не буду показывать, неприлично. Кстати говоря, такой момент. Ведь подкладка ярче, да? Ярче, чем кимоно. Когда в древности среднему люду нельзя было одевать хорошую, дорогую парчевую ткань, они одевали все хорошее вниз, а наверх простенькое, чтобы не привлекать внимание, не светиться. Да. С тех пор уже пошло вот, умение искать красивое где-то там, глубоко. Хорошо. Считается, что у барышни нижнее белье должно быть дорогое, красивое, хотя его не видно. То есть это как бы придает, опять же, вот как эта подушечка сзади здесь, так и вот со стороны. Ну, нижнее кимоно тоже шелковое. Катюш, хочется выпрямиться сразу, да? Вот я просто смотрю по ощущениям. А сесть возможно? Вот оно И как бы покушать тоже нельзя, потому что можно, но много не видишь. Нет, явно у юной барышни, у нее, видишь, чувствуется такой же животик. Пора переходить к этому. А нет, оно создает наоборот. Мы делаем силуэт ровным абсолютно. Никакие талии, никакой груди не должно быть. Почему? Потому, ну, во-первых, потому что у японцев, во-первых, такое строение, да, тела, и образ должен быть в кимоно удлиненный, вытянутый, ровный, да, стройный силуэт. Поэтому все скрадываем. С европейками сложнее одевать их, потому что у нас есть талия, у нас есть грудь, это все надо спрятать, все в себя. Помните, как в фильме, да? Все в себя. Ну, спасибо огромное. Вам спасибо. Очень понравилось.